На улице Железнодорожная в микрорайоне Завета Ильича живет много детей. Все они разных возрастов. На имеющихся сейчас старых площадках заниматься им всем нечем. Раньше у нас стояла старенькая площадка, которая у детей, в принципе, не вызывала интереса. Сейчас мы наконец-то дождались, что у нас будет шикарная площадка. Я бы даже сказала, скорее всего, на московского уровня. В Москве такие же площадки стоят. Мы счастливы. Дети у нас тоже в восторге. Я им уже показывала проект. Мы его согласовывали, мы голосовали за него. В 2019 году двор попал в программу комплексного благоустройства. Случилось это благодаря активности жителей улицы Железнодорожной на портале Добродел. Также у них появится еще и губернаторская детская площадка. В первую очередь, поблагодарить жителей, тех неравнодушных жителей, которые зарегистрировались на портале Добродел, выиграли в голосовании за свою площадку, вот, победили улицу Вокзальную, вот, и так здесь появилась эта площадка. Губернаторская площадка отличается от других своим размером. Это будет целый игровой комплекс, рассчитанный на разные возраста детей. Здесь будет место и для малышей, и для ребят постарше. Для них сделают воркаут-площадку. В настоящее время вот готовится основание под губернаторскую площадку в 450 квадратных метров с песочным двориком 7 на 3,8 квадратных метра. Здесь будет установлен по тематике замок для детей разных возрастов с игровыми элементами в виде домиков, карусель, качель. Завершить работы по подготовке основания для площадки должны уже к 10 мая. В Пушкинском городском округе в 2019 году подобные губернаторские игровые комплексы сделают в 4 местах. Продолжение тех работ, которые были раньше, это не что-то вот, мы же видим, вот эта площадка губернаторская, рядом есть уже площадки, которые раньше были построены, и вот это, наверное, правильный подход, потому что надо, если уж поставили такую красоту, то вокруг нее тоже должно быть обустроено. В этом году в Пушкинском городском округе комплексное благоустройство дворовых территорий проведут на 28 адресах, в их число входят и те места, где появятся губернаторские площадки. На улице Железнодорожная планируют открыть новый игровой комплекс летом. После того, как будет сделано основание, начнутся торги на установку самой площадки. Евгения Кломис, Владимир Парфенов, Пушкинское телевидение.